Вообще, конечно, слово «рак» звучит страшно. И вот, вот никто из моих родственников не сталкивался с этим заболеванием, но, конечно, я так понимаю, что любой человек, который, не дай бог, коснется этой проблемы, там, не дай бог, с кем-то из близких и так далее, конечно же, будет стараться любыми способами излечить эту болезнь. И я считаю, что здесь дело не постоит ни за деньгами, ни за какими-то другими возможностями. Да? То есть человек будет стараться излечиться сам или излечить своих родственников. Я думаю, что если бы лекарство от рака было найдено, если бы уже были какие-то таблетки, какие-то чудесные порошки и так далее, я думаю, что те люди, которых действительно это коснулось, к сожалению, они бы уже давно знали о существовании этого средства и, конечно, бы вылечились. Но поскольку, к сожалению, большое количество людей умирает ежедневно в мире от рака, я считаю, что такого лекарства пока просто нет. Да, я периодически видел какие-то статьи, там, связанные с каким-то простым там, средством, которое там, нужно там, я не знаю, выпивать, там, как-то растирать, там, еще что-то такое, и все пройдет. Я считаю, что пока, к сожалению, вот такого простого средства от рака нет. И не потому, что каким-то образом крупные фармацевтические компании хотят, чтобы, там, например, за их лекарства платили больше. Я считаю, что когда дело идет о жизни и смерти, здесь нет такого, что люди как-то там торгуются или там что-то скрывают. Я считаю, что пока такого лекарства просто не найдено. И, к сожалению, пока рак лечится традиционными методами. Ну, дай бог всем здоровья.